Всем привет! Сегодня мы продолжим с вами рассуждение на тему того, зимовать в Египте лучше в квартире или в отеле. Зимовка — это, я так условно говорю, это на более, например, вы приезжаете там, на 3 недели, на месяц, на 2 месяца, на 3 месяца. Понятно, что отель выйдет чуть дороже. На первый взгляд так кажется. Но давайте так, вот сейчас мы находимся в период пандемии коронавируса. Да? Отели сделали большие скидки за проживание. Сейчас я говорю конкретно об отелях, я не говорю про перелеты. Понятно, что откуда-то летают, откуда-то не летают, но Египет сейчас открыт, граница открыта, прилететь сюда можно. Поэтому сейчас хочу вам сказать про одну просто вещь, потому что мы